Здравствуйте, дорогие друзья! В ожидании кик-оффа мы с вами находимся. Levi Stadium, Санта-Клара, дневной свет. Что еще может быть? Что же может быть лучше этого? Лучше этого может быть только сам непосредственный Супербол. Первые две комбинации, и третий это вроде бы тоже ничего, да, но при этом вот за какой-то, за какие-то полярда до набора первого дауна останавливала защита, а вот сейчас... Отлично! Какая ловля! Себе. Вероятно, это Джерико Кочери, и, кстати, показывают, что это инкомплит. Показывают, что это инкомплит, второй 10. Посмотрим, что будет дальше. Но пока что 3-10. 4 из 28. У соперников Денвера в этом полсезоне на третьих даунах. Ой-ой-ой, фамбл, фамбл. И это тачдаун. Это тачдаун Денвер Бронкос. Вот это да! Да, это просто что-то невероятное, друзья. Мэлик Джексон подбирает этот мяч в зачетной зоне соперника, именно на его счет будет записан тачдаун, но не он форсировал этот фамбл, не он делал сек на Кэмероне Ньютоне. Кстати, не по слепой стороне, да, этот сек получился. Вон Миллер, конечно же, ну а кто еще, друзья, кто еще, как не Вон Миллер, как не лучший ламбекер Денвера, должен был делать этот сек, и он его сделал. Он просто уничтожил здесь правого текла, да, он просто с Майком Рэмерсом разобрался на раз-два, и это тачдаун имени Вона Миллера, хотя будет он записан на Малика Джексона. Да, в данном случае, наверное, сейчас от Каролины, чего от них ожидать, пожалуй, что, наверное, первых свершений не в нападении, а именно в защите, для того, чтобы видеть возможный камбэк. Вот вам, пожалуйста, свершение в защите, вот вам, пожалуйста, Люк Кикли. Люк Кикли, естественно, тоже одна из главных звезд в защите Каролины. Классный блиц по центру, совершенно не прочитал его Пейтон Мэннинг и линия нападения. И Люк Кикли ворвался просто как настоящая пантера, да, прискакал. Прыжок, вот это сейчас был прыжок в вечность. Ну, по крайней мере, прыжок в 6 очков от Джонатана Стюарта. И это тачдаун Каролина Пак.
здесь что, возврат будет? Ой-ой-ой, будет возврат, да, Джордана Норвуда, бежит Норвуд, ой, какой хороший возврат, да, он уже на 50 ярдах, на 40 ярдах, Норвуд бежит, 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 Норвуд, Норвуд, и захватывает его буквально за 15 ярдов до зачетной зоны. Вот это возврат, вот это работа спецкоманд Денвер Бронкос. Ой-ой-ой, перехват, это на Мэннинга, первый в этом полсезоне. И вы посмотрите, какой возврат здесь сейчас Кони Илли показывает. Маркус Вэр добирается до Кэма Ньютона, но тот успевает мяч выбросить. Отлично, сейчас прием от Теда Гина. Сейчас бигплей пасовый в исполнении парочки Кэм Ньютон и Тед Гин. Но тем не менее, 4-11, 44 ярда, вполне себе хорошая позиция для Гано. И Гано... Ой-ой-ой-ой-ой! Штангу засадил мяч Грэм Гано. Пасовых ярдов, 45 выносных у Кэма Ньютона. Это уже на что-то похоже. Уже на что-то похоже, да, на статистику квотербека, который играет в Супербоуле. Перехват. Диджей Уорд. Так, фамбл! Фамбл, и, похоже, Каролина его подобрала. Фамбл! Фамбл, друзья! И кто его подбирает? И он еще никто его не подбирает. Вот я едва не подобрал. Диджей Уорд! Диджей Уорд! Такими темпами мы видим MVP сегодняшнего. Тачдаун, это будет игра двух владений. Все равно, в любом случае.
Но если они сейчас будут 4 попытки останавливать от Денвера, который, кстати, заносит все-таки тачдаун. Да, оставим все эти мысли на потом. Си Джей Андерсон. Тачдаун Денвер Бронкос. Спиннинг передача. И есть двухочковая реализация. И кто это? Кто это? Это Бенни Фаулер. Все. Все, дорогие все. Друзья. Денвер Бронкос. Победитель 50-го Супербоула со счетом 24-10 повержена Каролина Пантерс. Третий раз в своей истории футболисты Денвер Бронкос получат награду Ломбарди Трофи. Второй раз за свою карьеру кольцо обладателя Супербоула оденет на свою руку Пейтон Мэннинг.